Банк России опубликовал доклад о ключевых экономических показателях российских регионов. В первую очередь экспертов интересовала инфляция. В Мордовии прирост цен в октябре 2022 года к октябрю 2021 года составил совсем скромные цифры от 4 до 12%. Это примерно соответствует тому, что происходит у соседей по федеральному округу. Самые неприятные цифры в Ульяновской области. Тут инфляция даже выше общероссийской. Эксперты говорят о сдержанном потребительском поведении в ноябре 2022-го. И это несмотря на многочисленные распродажи, которые устраивали российские маркетплейсы и крупные отечественные ритейлеры. Снизилась посещаемость в кафе, ресторанах и развлекательных центрах. Ритейлеры говорят о том, что покупатели все чаще предпочитают товары из более дешевого ценового сегмента. На магазины-дискаунтеры переключились и те, кто раньше не бывал в них. Зато это дало возможность замедлить годовую инфляцию. Динамика инвестиций в основной капитал в регионах выглядит так. Значительные вложения в нефтегазодобывающих регионах и Москве. Из Приволжского округа больше других вкладывает производство в Татарстане и Чувашии. У Мордовии положительная инвестиционная динамика, хотя на карте есть регионы, они отмечены розовым и красным, которые показали отрицательный тренд по инвестициям в этом году. Бизнес в регионе, по данным экспертов Госбанка страны, постепенно адаптируется к работе в новых условиях. Ориентированные на экспорт предприятия снижают выпуск, меняют ассортимент и начинают сами выпускать комплектующие для себя. А еще бизнес стал чаще пользоваться заемными средствами. А вот население предпочитает пока не брать кредиты, особенно потребительские. Зато ипотечное кредитование в республике не просело. Цифры здесь примерно соответствуют тому, что происходило в ипотечном кредитовании в октябре-ноябре 2021 года. Юлия Пурнова, Евгений Фролкин. Наши новости.